В мае 1913 года газета «Сибирская жизнь» пишет: «На днях в Барнауле был епархиальный архиерей. При его встрече разыгралась комическая пантомима. На пристань за владыкой прибыли градоуправители. В ожидании отвлеклись и не заметили прибытия парохода, а главное – Преосвященного. Между тем он сошел на берег, позвал извозчика и уехал». 27 мая 1941 года газета «Алтайская правда» пишет: «Пионеры и ученики Красногольцевской школы Змеиногорского района оказывают большую помощь колхозникам в борьбе с грызунами. За месяц выловили 69 амбарных крыс, 225 сусликов, 4 хомяка. За сданные государству шкурки ловцы получили 185 рублей». 27 мая 2013 года губернатор Александр Карлин и председатель правления энергетической компании Александр Миллер подписали соглашение о начале второго этапа газификации Алтайского края. Было принято решение о строительстве газопровода отвода и газораспределительной станции в селе Ребриха. Это начало газификации региона в направлении юго-запада до Змеиногорска и Рубцовска и запада до Кулунды и Славгорода.